Здравствуйте. Вы, наверное, думали, что я сегодня вам буду рассказывать об электронике, но нет. Вы не угадали. Я сегодня вам расскажу о чайнике фирмы Windsor, который я приобрел примерно 2 месяца назад в магазине Strot на площади Деревянка. Значит, что можно сказать? Это швейцарский бренд. Вот он выпускается в такой коробке, продается, видите. Он имеет гарантию 1 год. Стоит примерно 500 гривен. Весьма оригинальный имеет дизайн. Видите, вот эти вот ручки. Значит, все это нержавеющая сталь. Очень высокого качества. Носик вот такой вот у него, видите. Открывается он таким образом. Значит, вы берете здесь, нажимаете, и носик открывается. Значит, что я хотел бы отдельно сказать о нем. Самая сильная его сторона, это, конечно, его такой вот необычный дизайн. Красивый. Но, может быть, механика вот это тоже заслуживает внимания. Но какие у него есть недостатки? Значит, как мне моя мама сказала, что, знаете, опытный глаз хозяйки сразу это заметил, что вся красота этого изделия в его блеске. Пока он блестит, до тех пор он у вас красивый. Вот, вам, наверное, не видно вот эти вот мелкие капельки на нем. Поверьте мне, я его держу в чистоте, но вам этих капелек просто не видно. Но они на нем есть. Чтобы на нем ничего не оставалось, ну, я не знаю, так просто за ним усмотреть невозможно. Кроме этого, вот этот механизм ручки, без пластика, без дерева, я бы вам не рекомендовал. Да, он действительно оригинальный, он удобный, но голой рукой вы его не возьмете. Если чайник закипел у вас, вы обязательно возьмете какую-то рукавичку или какое-то полотенце, и только так сможете его взять. То есть здесь достаточно высокая температура, чтобы брать его голой рукой. Я не знаю, зачем так сделали. Что касается самого свистка. Особого какого-то звучания мелодичного я тоже не заметил. Но вот я сейчас думаю, вот он уже начал кипеть, сейчас он начнет подсвистывать. Вы сами услышите этот звук. Дальше. Вы когда им наливаете что-то, то всегда остаются капельки, вот, которые по нижней части вот этого носика стекают на поверхность чайника и образуют там, ну, как бы известковый налет. Вот, я думаю, их видно немножко. Вот они сейчас. Вот, видите? Вот, вот она идет. Отмыть ее очень сложно. Кроме всего прочего, тут вот еще вокруг носика тоже вот такое вот, видите, образуется какой-то известковый налет, с которым тоже очень сложно бороться. Производители просят при чистке не использовать вот такой у него звук. Слышите? То есть музыкальности мало здесь. Вот видите. Далее. Крышка вот этого чайника, она достаточно туго открывается. И как по мне, то она не очень хорошо приварена. Тут использовалась сварка, но качество ее, по-моему, не сильно хорошее. Чайник имеет двойное дно. Ну, якобы это для такого хорошего распределения тепла. Нижняя сторона у него, там различные выдавленные логотипы. Или, может быть, лазером это сделано, не знаю. Скорее всего, с использованием лазера. Вот, собственно говоря, вот такой вот кухонный предмет. Внешний вид, конечно, да, у него это сильная сторона, но опять-таки хочу сказать, что чайник достаточно марки. Поэтому вы должны это иметь в виду. Вот, пожалуй, и все, что я вам могу о нем рассказать. То есть, как по мне, я бы вам посоветовал, может быть, и брать чайники этой фирмы. Потому что сталь достаточно хорошая, это видно. И качество, похоже, изделие неплохое.
Вот. Но только обязательно, чтобы на ручке была какая-то накладка. Деревянная или пластиковая, хотя бы как минимум. Еще хочу заметить, что все эти изделия, насколько я понимаю, те, которые доступны на территории Украины, они делаются в Китае. Ну, фирма как бы гарантирует, что вроде бы она контролирует качество. Вот, пожалуй, это и все, что я вам могу сегодня рассказать. Всего вам доброго. До свидания.